поменяли сухари у папы на жабке. На Мотовило. Сейчас пьем кофе. Мажем комбайн. Буквально по 5 качков пройдусь. Потому что мазал я его дня 2 назад. Вот, а вчера не работали, позавчера. Ну тут буквально по несколько бункеров намолотили. Ну там 3 часа поработали и все. Поэтому намазывать его солидол отовсюду лезет как ненормальный, куда его нафиг пихать. Лишнее не надо. Вот. Мажем. Ну и в принципе все. Ждем после обеда. Обедаем и едем молотить. Погода вроде дает поработать. Обещают 31 жары. Это пипец. Хорошо кондиционер, да? Ну ладно, туда 15 накачал, хватит. Самое главное, знаешь, чтобы помазать? Сейчас я тебе покажу. Это лестница. Ну-ка. Померили влажность 15,9, 17,2. Ну-ка, что у нас тут покажет? Сейчас было 14,3. Стоим пока, не молотим. А что было 14 и меньше, 14,5. Приехали на поле. 10. Ждем предомер, наверное. Да? Что ты там нашел?
А, уже цепь, мне кажется, менять надо. Уже не чужой, ладно. Либо два звена убирать. Звено убирай, все. Ну, два получится. Либо одно, но нужно это. Ползамок. Ползамок. Ну, конечно, он слабоват. А? Слабоват надо убирать. Да пока время есть, он разобрал это. Делов-то. Замок нашел. А сколько времени? Ползамок есть 10. А, 10. А во сколько нужно? А я не знаю, я сейчас хотел позвонить. Вот узнай сначала. Ты какой хитрый. Не хочешь комбайн отремонтировать нормально? Мне еще вот здесь цепочку надо. Твердое можно молотить, в принципе, я думаю. Что-то до начальства не могу дозвониться. Абонент не абонент, тут еще сеть такая себе. Ну тут да, достаточно чистая ромашка кусками. Вот. То ли не посеяна, то ли она вымокла. Ну так ничего, нормально, в принципе, пшенички чистые. Достаточно. Все доехали. Приехали мы. Калиновка деревня, которая дальше все, я езжу чистить, прям туда у нас, в ту сторону, туда, и туда, подожди, туда, туда, там у нас пчельна, да, в ту сторону пчельна, где-то там еще и все остальные деревни, там обоев. Жарит у нас, конечно, по-страшному. Плюсом у нас еще и влажность. Прям влажность у нас высокая. Пока. Посмотрим, обойдем комбайн. Все как? Шибнички.
выгружаемся. Выгружаюсь я вот на таких оборотах. Еще 400, 500 где-то так. Потому что, ибо нехрен насиловать установку все, ну не надо, зачем. Потихоньку выгрузился и спокойно поехал молотить. Куда ж я еду, а? Какие дебри мне нахрен занесли? Не, куда я еду вообще? Твою мать. Тут страшно. Дебри какие-то кругом. Вообще пипец. Переезжаю на 7 гектар. Тут у нас 14, а там 7. Поеду один. Надо их смолотить побыстрее. Короче, так как-то. Дорога тут к ним шикарная. А на 14 надо ехать через деревню.